Сейчас посмотри. Вот посмотри на это. Вот что это такое? We are the farmers. Всем мира над головой, уважаемые господа, меня зовут Александр, и добро пожаловать в блог Страйк. Да, я все-таки вернулся на YouTube, если вы, конечно, этого ждали. Меня давненько не было с лета, просто у меня не было вдохновения делать видосики, а еще мне была лень, а еще мне было тем для видосиков. Короче, у меня сейчас 57 подписчиков, тогда у меня было только 49, кажется, или сколько, я не помню, тогда вроде бы даже и 50 не было. Или было. В общем, 57 подписчиков – это уже достижение. И тут у нас еще в Блокстрайке вышел новый режим мини-игры. У нас появился новый режим блок-пати бета. И хочу зайти на него. То есть, сейчас, короче, мы с вами встретимся, будем играть. Наконец-то, да. Этот режим заключается в том, чтобы наступать на блоки того цвета, которого высвечивается у тебя на экране этот цвет, собственно, да. Дается определенное время, несколько секунд, и все блоки остального цвета пропадают. Но сейчас у меня цвет не отображается, потому что я, типа, только зашел. Все, у нас есть победитель, Маус. И сейчас я вам все покажу. Тут надо действовать быстро. Быстро, как быстрый глаз. Давай. Давай. Вот, оранжевый, видите, у меня здесь есть такое деление, которое заполняется цветом за несколько секунд. Собственно, красный, мне нужно бегать просто на определенные цвета, а другие цвета, они пропадают, и здесь лава, и теперь добавили анимацию лавы. Розовый, пожалуйста, я должен просто успеть, и видел, очень интересно, я понял, серый, тихо, все нормально. Почему, как это происходит, я не понимаю. Оранжевый, серый, вот. Почему? У меня, походу, очень сильно интернет лагает, потому что они мне в воздухе летают сейчас. У меня цвета отстают, походу, жестко. Ой, два человека умерло. Да, я просто могу бегать, смотреть туда, куда бегают они. Сейчас будут желтый, да? Да, желтый. Я не знаю, куда они перемещаются. Зеленый. Сейчас будет то ли синий, то ли оранжевый. А, опять зеленый. Прикольно. Мне тут писали, что я читер, только что написали. Тут говорят, что я Алекс читер. В смысле? Пришлось, короче, мне тут немного поменять сервер, потому что только что я зашел, потом, короче, начал снимать, у меня звук не снимался. Это уже третий раз идет съемка, поэтому да. Какие у нас интеллигентные ребята. Желтый. Желтый красивый цвет. Розовый тоже ничего. Короче, сейчас у нас будет тут все это самое. Напрягаться, обстановочка-то ускоряться будет. Это вот фиговинка, которая. Боже, серый, ничего не видно вообще. Непонятно, что это у нас за цвет. Белый. Все, нашел. Нашел. Все, синий он. Синяк такой огромный. Прям смотри. Аж 4 блока. Розовый, точнее, розовый, только серый, да? Прикольно. Да, серый, вот еще раз серый. Кто-то, интересно, умрет или нет? Нет, сейчас никто не умрет. Хорошо, оранжевый. Вот я сейчас больше не добегу, нет? Добег. Такой добег. Опять оранжевый. Оп, тут абсолютно рандом, народ. Да, зеленый. Три блока в длину, такая фиговинка нормальная, опять зеленый. Цвета-то повторяются. Пока что у нас нет ничего интересного. Почему-то постоянно цвета повторяются. Не понимаю, это такой. Неужели такие совпадения, что вот сейчас вот серый, потом будет опять серый? Или нет? Или нет, вот розовый сейчас. Наконец-то. Так, тут остается все меньше и меньше людей, такая себе игра на выбывание, только оно есть, в принципе, блок-пати, вечеринковская, блоковская вечеринка. Опа, умер чувак, Капперс, Суртас, Сотрас, настрое осталось, ух ты, ё. Не хотел прыгнуть, а не прыгнул, ух ты, ничего там меня колбасило, это нормально. Ха, Артмастер выиграл, молодец. Так, новый раунд, два человека умерло. Сразу. Ой, не допрыгну, нет, допрыгнул. Испугался, честно, так нормально. Фух, оранжевый.
пока что у нас, в принципе, ну да, потихонечку выбывает человечество. Вот, это я прыгнул так, конечно, нормально, так хорошо. Быстрее. Кому-то не терпится. У нас сколько настроя? Ух ты, елки-палки, настроя осталось. Это уже мясо будет сейчас. Я тебе говорю вообще. Хоп. А, там было тоже, да? Белый, о, прям 4 кубика такие. Белый, опа, умер что-то кто-то у нас. Так, понятно. А, опять белый, зеленый, точнее. Хх. Синяя. Синий. Мне сейчас, ага, оранжевый, мне сейчас страшно немножечко. Умрите. Так, хорошо, ну мне кажется, что-то, что у меня сейчас залагает, и я, короче, это самое, да, умру. А слышу, ускоряется эта штучка, я тебе говорю, посмотри, как она быстро теперь уже, как быстро, очень быстро, очень страшно и быстро. Обстановка напрягается. Накаляется, боже, накаляется. Что такое? Капец, оно быстро вообще. Вот это мясо творится здесь. Ай, напишу, что. Ай. Ха-ха, молодец, чувак. Смейся сколько угодно. Кстати, я возродился прямо на желтом. Интересно, он, сталкер ID, умер. Поближе к центру. Вот так вот. Еще один тут умер. Красный. Угу. Ну, вот так вот, в принципе, это все у нас и будет длиться. Ух, 3 человека умерло. Сразу зеленый, салатовый. Ай-яй-яй-яй. Бум. Пропало все. А я потерялся опять. О, нет. Постоянно бирюзовый теряю. Я выпал из мира, да? Ну что ж, опять бирюзовый. Прибежал на белый. Думал, что годно я. Я тебе вообще говорю. Думал, что годно я. Каперс. А на самом деле говно. Белый. Опять белый, кстати. Вот солатовый. Шня силагают. Багами. Да, на самом деле с багами все. Тут очень сильно лагает. Но это же тестовая версия, чувак. Это ж тестовая версия. Он висит в воздухе. Смешно, конечно. Нифига не смешно, потому что так он может победить. Демикс. Угу, с щитами. Да, кстати. Не, ну ладно, он может быть и не этот. Кик Демикс. Не, на самом деле. А, он умер, да, красавчик. Молодец. Где розовый? Фух, я потерялся, испугался. Синий, вот он. Какой красивый, яркий цвет. Где красный? Вот. Ну вот уже накаляется опять обстановка. Вот бирюзовый, наконец-то я нашел бирюзовый. Ай, кто-то не может быть умрет. Нет, никто не умер. Как? Ой, чувак умер. Все, Бенди Плей, извините. Бенди Плей умер. Мы потеряли Бенди Плей. Знаете, я подумал, все-таки, наверное, вернусь я в Дейтаун немножечко, поиграю. Я не увидел, где это было. Ой, опять меня колбасило. Так, оранжевый, красный. Ух, сколько-то человека-то умерло, ты сразу услышишь. Посмотри, кто-нибудь не найдет красный цвет, то ты умрет. Где синий-то? Почему так мало синего? Нам нужно больше синего. Пожалуйста, розовый. Так. Смотри, зеленый какой у нас красивенький, салатовый. Надо думать про цвета. У меня зеленый ассоциируется с зеленью, не знаю, с елкой, пусть будет елкой. Буду думать на каждый цвет, какую-то ассоциацию буду придумывать. Розовый. Не знаю, даже может быть румяный. Розовый это дичачий цвет, по-моему. Вот зеленый опять, елка. Вот желтый, смотри, опять красиво. Желтый это солнышко. Ой, 2 человека умерло-то.
Ты смотри, какие вздыхляки. Серый. Посмотри. Ой, нас четверо осталось уже. Ух ты, это будет весело уже. А уже так-то накаляется обстановка опять. Видишь? Я тебе говорю, едал эту мини-игру. Ой, я ему скажу потом, не бомби. Не надо бомбить, параша. Посмотри, как лава вообще, никакая лава, что это за лава? Да она как двигается, она будто мы, будто по пикселям, по кадрам, я не знаю, будто на каком-то старом, какая-то 8-битная игра, что ли. Ну это же не 8-битная же игра, ну как, можно же было лучше сделать лаву, посмотри на это просто. Сейчас, что это? Иди, тихо. Что вот это? Это как вообще, зачем это? Что это за лава? Розовый где? Вот посмотри, что это за лава такая. Синий. Ох ты ж, блин. А, слышишь, у нас что, двое осталось? Не прыгнул. Ну ладно, Денксик 21. Ой, я тоже так прыгал, а потом как-то заспавнился в блоке, и я умер. Чтоб ты тоже так возродился. Жёлтый. Так, окей, давайте, я думаю, это, в принципе, может быть последний уже раунд наш. Потому что, ну, вы уже поняли смысл этой игры. Мини-игры. Кому-то там параша, а может быть, кому-то и годно. Но она же, правда, это просто тестовая версия. И все, краеш. Ой, умер человек. Ромабхд. Я рискую предположить, что имя этого человека Роман. Опять. А Ромабхд отключился вообще. Посмотри, какой бомбящий человек. А нас еще... О, вот же он, да, этот парень, который играет. Да, говорит, что это параша. Ну, можешь не бомбить, потому что... Ну, параша, не параша, игра же. Правда, ну тестовая же версия. Лава, блин, вообще говно. Лучше мы не делали анимацию лавы, оставили ее как прежнюю, потому что это... Ну, это не для игры, которая была на движке Unity сделана. Ну, можно же получше было сделать. Я не сужу создателей и чего-то там такого еще. Просто говорю, что, ну, либо делайте нормально, либо не делайте вообще. Денксик 21 умер. Желтый. Так, не добежит он. Нет, добежал, смотри. О, опять этот. Сейчас опять что-то скажешь, что... Типа параша или что-нибудь такое напишет, то что. Потому что. А вот я тебе говорю. Я же как знал, что он сейчас напишет это. Можно перепрыгнуть? Ой, боже, я бы сейчас не допрыгнул, но меня тупо игра спасла. Вот не надо было прыгать. Не надо, просто не надо. Никогда не прыгайте зря, ребят. В принципе, ну, это же у нас уже был последний раунд. Вот опять парящий человек. В принципе, на этом уже можно видосики закончить, поэтому если он вам понравился, можете поставить лайк. Я обязательно продолжу Date Town. Можете об этом не переживать. Кому там нравится эта игра, потому что мне много людей писало об этом. Там уже 500 с чем-то просмотров вроде бы. На самом деле для меня это очень большая цифра, поэтому, ну, не смейтесь. Это, да. Поэтому всем вам, народ, счастья, здоровья. Всех вас люблю, своих подписчиков. Никогда не болейте. Ну, кто не хочет болеть. И всем счастья, здоровья, всем удачки, народ. Всем до свидания.